Всем привет-привет, и сегодня мы будем распаковывать бумажные сюрпризы, и для этого видео я подготовила три новиночки. Это вот такие вот птички, попугайчик, и также принцессы, такие вот принцессы Дисней. И еще мне пришло письмо от Софии, такие вот пакетики. И после того, как мы выберем пакетики для распаковки, будет видео, как я распаковываю письмо от Софии. Давайте выбирать пакетики. Из неизвестной коллекции. Кстати, вот этот пакетик. Из нашей новиночки. Такие вот пакетики. Попугайчик. Я хочу взять вот этот. С таким попугайчиком. Потом слоники. Давайте вот этот пакетик. Потом My Little Pony. Хочу вот этот взять, да. Потом Леди Баг из Супер Кот. Вот этот нет, хотя давайте маленький сегодня возьмем. Вот этот хочу. Потом принцессы Дисней, наша также новиночка сегодняшняя. Я хочу взять вот этот пакетик с такой золушкой. Вот бумажные обзоры. Давайте хочу взять вот этот. И от Софии я хочу взять, наверное, вот этот большой розовый пакетик. Сегодня возьмем. А сейчас я хочу вам сказать приятного просмотра видео, как я распаковываю письмо. Вот, приятного просмотра. Так, давайте распакуем это письмо. Кстати, я не знаю от кого оно, но точно знаю, что имя того, кто мне отправил это письмо, София. Итак, давайте откроем это письмо. Итак, давайте посмотрим, что там. Так, такие. И вот такие. Все, больше ничего. Так. Итак, давайте посмотрим. Кажется, это сюрпризики. Вот такие вот пакетики. Я так полагаю, это фигуруми или что-то типа такого. Также здесь есть такой конвертик. Давайте посмотрим и заглянем, что там. Так, что это такое? Записка какая-то. Я не хотела рвать, но так получилось. Я не могла его достать из-за этого. В общем, здесь была вот такая вот записочка. И здесь написано: «Привет, Маринка Д. Я рада, что я тебе отправила посылку. Я тебя смотрю долго и всегда не пропускаю твои видео от канала Бумажки от БР». Хорошо. Так, значит, ссылку на канал Бумажки от БР я оставлю в описании. И вот ее канал. Если хотите, подписывайтесь. Вот. И что это такое? Мне очень интересно и любопытно. Вопрос, почему ты захотела снимать именно бумажные сюрпризы? Потому что они на то время, когда я начала снимать, были актуальны. Вот я и решила. И это я не очень зашла, я начала снимать про это. София, спасибо большое. И приступаем к нашей распаковке. И наша распаковка начнется с этого нашего нового каталога. Вот так я его оформила. Это коллекция принцессы. Мы взяли с вами вот этот вот пакетик. Давайте же его откроем. Он открывается таким способом, как у Нелли Гомес. Да, ну мне он плоховато открылся. Так, под номером 4, запомним. И нам попалась вот такая вот русалочка Ариэль, принцесса Диснея. Она под номером 4, я уже говорила. Ой. Вот так вот открылась наша наклеечка, и приклеим ее вот сюда. Вот такая вот наклеечка у нас попалась сегодня. Вот. Это будет вторая страничка. И вот коллекция попугай. Там, где же этот пакетик?
Вот он, такой вот пакетик. С таким вот попугайчиком, который в телефончике. Так. Вот так вот открылось. И нам попался вот такой вот попугайчик, который сердится. Вот. И приклеим его на номер 5. Вот сюда. Вот так. И мы закрываем этот каталог и приступаем к нашему старенькому каталогу. Он у нас уже почти закончился, только нужно закончить коллекцию. Вот, коллекция, которая улетела. Коллекция слоники. Не поднимайся, пожалуйста. Так, коллекция слоники. Вот этот пакетик. Такой вот он. И давайте его распакуем. Так, как же он открывается? Вот, нашла. Открылся не так, как я хотела. Нам попался вот такой вот слоник, который лежит, отдыхает, балдеет, под номером 5. Вот так. Так, приклеим его вот сюда. Номер 5. Вот такая вот коллекция у нас получается, пока что получается. Итак, следующая коллекция называется My Little Pony. Я уже полюбила эту коллекцию. Почему-то. Очень классная коллекция, как по мне. Вот такой вот пакетик. Вот такой вот пакетик. И давайте его откроем. Итак, нам попалась вот такая вот поняшка. Это искорка, если не ошибаюсь. А, она открывается плохо. Вот так. И мы приклеиваем по вот этой вот кьюти-марочке. Видите, вот этой вот. Мы приклеим ее. А, вот сюда мы приклеим ее. Вот так. Вот такая вот страничка. Вот такая вот страничка. Отмечаем галочкой. Вот. И следующая коллекция. Наша неизвестная коллекция. Это вот такая вот. Я ее назвала от Маринки, да, так как я не хотела, чтобы вы знали название этой коллекции, чтобы вам было интересно. Казалось бы, тут ничего нет, но есть. Вот такая вот поняшка. Это мышата. Тут попадается. И мы приклеим ее на свободное место, куда захочем. Так, приклеим сюда. Вот как-нибудь так у нас получается пока что. И следующая коллекция. Это Леди Баг и Суперкот. Вот такой вот пакетик. Вот такой вот пакетик. Он маленький. Ну, в прошлом видео у нас был большой пакетик. А в этом видео маленький. Нам попалось, походу, 2 персонажа. Первая, это вот такая вот Леди Баг. Такая вот она. Милашка. Так, мы приклеим ее, давайте. Номер 2. Приклеим сюда. А нет, 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 нет. Ну ладно. Просто могут не поместиться другие персонажи. Также нам попалась Маринет. Такая вот с хвостиками. Так, мы ее также приклеим. На номер 6. Приклеим сюда. Вот такая вот коллекция, очень прикольная, как по мне. И мы переходим к последнему каталогу от моих подписчиков. А еще я забыла взять пакетики от Кляксу Кэт и
Вот про Тикати. Это последние пакетики. Мы сегодня закончим эти коллекции. Так, ищем коллекции. Вот, вот про Тикати. Такая вот коллекция с Юникити. Вот этот пакетик, и давайте же его откроем. И нам попалась вот такая вот кошечка, такая вот она милашка. Она лежит и спит. Кошечка Юникити. Вот, наконец-то получилось. Я хочу ее приклеить вот сюда. И наша коллекция от Pretty Cats закончилась. Спасибо тебе большое, что отослала мне посылку. Спасибо. Итак, следующая коллекция от бумажные обзоры. Вот такой вот пакетик. И распакуем его. И нам попался вот такой вот Винни-Пух, который на воздушном шарике летит. К сожалению, мы этот Винни-Пух нам закончит коллекцию. Да. Так, с Винни-Пухом. Только я не знаю, куда его приклеить. При проблемкам. Если приклеить сюда, то будут не видны некоторые персонажи. Так что я хочу приклеить какого-нибудь, например... До этого, наверное, нет, не получится. Я даже не знаю, куда приклеить. Наверное, вот, давайте приклеим вот на это место. Здесь я приклеила пакетик, как выглядит. И я хочу его приклеить тогда вот сюда. Вот этого Винни-Пуха. Бумажный обзор, спасибо большое за эту коллекцию. Вот, спасибо большое. Вот такая вот она у нас была. Такая вот она прикольненькая. Итак, далее коллекция Кляксы Кэт. Вот Кляксы Кэт. Вот такой вот пакетик прикольный. Суперски. И он у нас последний. И фигурочка, которая нам сегодня попадется, заполнит эту страничку. И эту коллекцию. Вот так. И нам попал... Вау, посмотрите, какая милашка. Просто суперская. Я, наверное, уже так каждое видео говорю, когда распаковываю эти пакетики. Вот такая вот милашка. Котик. Очень милый. Итак, это у нас наклеечка. И мы приклеим ее на последнее место. Вот сюда. Она закроет наше название. Ну ничего. А, прикольно. Зато будет видно. Очень классная коллекция. Мне она очень понравилась. Спасибо большое Кляксы Кэт, что выслала мне письмо с наклеечками и с этими сюрпризиками. Большое тебе спасибо. Итак, следующая коллекция. Мы сейчас ее подпишем. Это коллекция от канала «Бумажки от БР». Вот. И потом я разукрашу сердечко. Вот. Надеюсь, я правильно подписала. И ссылка на канал «Бумажки от БР» я оставлю в описании. Вы можете перейти к ней на канал. И мне безумно любопытно узнать, что в этом пакетике. Я думаю, как и вам. Открываем. Что-то пошло не так. Нет. Да, что-то пошло не так. Но сейчас попробую открыть хорошо. Но насечка сработала отлично, но она не открыла нам сюрприз. Но я думаю, что София очень старалась. Так, давайте возьмем. Упс. И нам попался вот такой, нам попалась вот такая вот пижамка кигуруми. В виде вот такого вот, как я понимаю, Стича. Или зайчонка. Походу зайчик или Стич. Я точно не знаю. София, пожалуйста, напиши мне,
в Инстаграме. Итак, давайте приклеим ее тогда вот сюда. Это, кстати, у нас не наклеечка. Приклеим сюда. Вот так. Приклеили. Вот, спасибо большое, София, что отослала мне письмецо. Мне очень приятно. Вот. А мы закрываем этот каталог. И кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами была я, Маринка Д. Пока-пока. Кстати, в следующем видео будет конкурс. Не пропустите. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить мое новое видео про конкурс. Пока-пока.